Югра православная. Приветствуем радиослушателей Югории. Мы продолжаем цикл программ «Югра православная». А сегодня поговорим о том, что святые отцы называют вторым крещением, о покаянии и следующим за ним таинстве – причастии. Как исповедоваться, как причаститься, нам сегодня расскажут председатель отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамени Иерей Леонид Бортков и председатель архитектурно-строительного отдела Ханты-Мансийской епархии, клирик Знаменского храма Иерей Константин Мимячкин. Отец Леонид, отец Константин, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Подготовка к исповеди, конечно же, это осмысление своей собственной жизни. Да, и не просто осмысление, а подумать о жизни, оценить ее, и что самое главное и немаловажно, это дать честный, вот, нелицемерный ответ на все поступки, которые ты в своей жизни совершал, да, не пытаясь их самооправдать. Точно так же, как и первые наши люди, да, Адам и Ева, да, оправдывали себя, да, мы зачастую в своей жизни все свои поступки пытаемся оправдать вот, либо наличием каких-то жизненных обстоятельств, либо тем, что у нас соседи плохие, да, люди, которые нас окружают, вот, не такие, какие мы хотели бы. Да. Вот поэтому мы, в общем-то, себя таким образом видим. То есть мы оправдываем себя, вот, свои грехи, свои страсти. Вот. На самом деле это, конечно же, неправильно, да, это ложное, прелестное состояние. Мы должны очень честно, четко дать ответ на свои поступки, оценочно оценить их. И, естественно, те поступки, которые были совершены не совсем правильные, да, вот мы должны у них покаяться, должны принести покаяние, должны исправиться, должны в будущем уже не совершать тех дел, которые совершали когда-то. Ну и, конечно же, если мы собираемся причаститься после этого, да, то здесь приготовление должно быть не только к исповеди, но и к самому причастию, да, а это должен быть приготовительный пост у нас. 3 дня мы постимся перед причастием. Евхаристический пост – это воздержание, полное воздержание от пищи и питья накануне причастия. Вот. Между исповедью и причастием. Между исповедью и причастием, да. Если человек курит, да, то рекомендуется, соответственно, воздержаться от курения. Накануне исповеди желательно уже не курить. Вот что именно нужно озвучить перед священником? Ведь мы грешим каждый день и по мелочам, на кого-то обидимся, кого-то осудим. Все это проговаривать. И бывают же такие случаи, что мы не осознаем, что согрешили, то есть невольно что-то совершили. Человек, кажется, обиделся и дуется на нас, а мы даже не думаем, что это произошло. Вот как вот выбрать, отец Леонид? В первую очередь, в чем надо каяться? В первую очередь в том, что нам больше всего стыдно сказать. Потому что мы зачастую это все откладываем на последнее. В первую очередь, там такие мелочи, которые мы считаем, что это большой вред наносит. Ну, а то, что самое важное, что не ожидали от себя, мы как порой либо делаем небольшую отсрочку до конца исповеди, в конце называем, либо вообще стесняемся это назвать. Действительно, в исповеди не важно то, что мы можем всю книжку списать, там, взять книгу и по книге прям каждый грех записывать, и потом все это зачитывать. Это бумажка, если и пользуется человек, она нужна для того, чтобы нам свои эти грехи, которые больше всего терзают нашу совесть, которые больше всего и вред нашей душе наносят, мы хотели бы назвать, но порой, знаете, человек, придя на исповедь, порой неосознанно начинает теряться, волноваться. Да, и ситуация такая волнительная. И бумажка здесь отыгрывает роль как раз помощника, чтобы мы не сбились. Вот. А вообще, мы же уже сказали, что покаяние предполагает перемену, поэтому если человек, к примеру, кается так, что, ну, обманывает, а кто сейчас не обманывает, например? То есть оправдывает. То есть сразу оправдание, как отец тоже сказал, но то это уже, это не исповедь, а констатация факта. Да, я согрешил и вообще не собираюсь исправиться, потому что в современном мире невозможно по-другому. Также бывает с грехом там гражданского, либо блуда. Ну, а сейчас современный мир такой, извините, но я уже привожу всегда пример Европу нашу. Так подождите, там норма уже поведения, однополые браки, и что, нам тоже идти на поводу мира, да, то есть Евангелие, оно имеет не особые, неизменные традиционные ценности,
следуя которым мы обретаем счастье, а лишаясь которых мы подвигаем себя на страдания. То есть человек страдает не случайно. Человек страдает зачастую по своим грехам. Вот. И, следовательно, исповедование в грехах, оно должно заключаться как раз в исправлении. И называть это грехи необходимо для того, чтобы действительно, осознав всю полноту этого греха, осознав, что это преграда на пути к Богу, и с желанием исправиться, не просто назвать и возвратиться к нему, а исправиться, как я уже сказал, на капельку хотя бы, исправиться, стать лучше. Знаете, как наркоманы и алкозависимые. У них есть период ремиссии, да, вот грех можно с этим сравнить в какой-то степени, что проявление греха – это зависимость от греха, вот, а период, когда мы не делаем, это некая ремиссия, она может целую вечность зависеть от самого человека. Если человек старается бороться с этим грехом, не дает возможности действовать, обращает внимание на свои помыслы, потому что именно в помыслах зарождается грех, то, конечно же, ему легче становится, и он реальное участие Бога в себе чувствует, и реально счастье от жизни обретает, и измену жизни у него становится, и смысл появляется в жизни тогда. А если говорить о тех, кто, например, очень редко совершает таинство исповеди или вообще еще не совершал его, как оно проходит? Надо подойти к священнику, назвать свое имя? Перебороть свой страх, потому что, как правило, страх является единственной причиной для людей, как раз таки невоцерковленных или околоцерковных, первый раз пойти на исповедь, да, это вот боязнь рассказать что-то такое, что, может быть, священник не слышал. Вот надо этот страх побороть, надо через него переступить, подойти, да, к священнику, конечно же, к исповедующему, сказать, что, батюшка, я первый раз пришел на исповедь, помогите мне, пожалуйста, да. Это один вариант. Второй вариант, ну, сейчас у нас в церковных лавках довольно достаточное количество литературы. Помощь кающимся, да, тем, кто готовится к первой исповеди. Вот, можно приобрести такую брошюрку, они, как правило, небольшого объема. Вот, почитать их можно за вечер. Вот, либо в нашем храме, например, при входе стоит стенд информационный, да, буклетница. Вот я тоже там в свое время брала, и так все коротко и ясно написано. Да, да, да. Спасибо вам вот за такие информационные просвещения. Да, это вот у нас отец Леонид позаботился. И там есть, в частности, брошюрки по исповеди. Она вообще там два листочка вот прочитать. То есть основы хотя бы понимать, что есть грех, в чем необходимо каяться, да, и уже с этим подойти. Вот. А там уже дальше священник, смотря по духовному состоянию человека, да, по его искренности, да, потому что часто не всегда люди искренне приходят на исповедь. Вот, то есть там кого-то бабушка заставила, там сказала, что там ты пока на исповедь не сходишь, значит, я там тебе не помогу что-нибудь, да, вот, делать, или еще там кто-то, значит, вот, и, соответственно, дальше уже священник сам смотрит по духовному состоянию человека и дает какие-то рекомендации, в частности, там, им, может быть, там, какие-то молитвы почитать надо, да, вот, либо подумать о посмысле свою жизнь получше, побольше, да. Сколько времени обычно на одного человека отводится? Ну, это тоже в зависимости от, опять же говорю, от потребности, да, от потребности человека, да. Потому что одни приходят на исповедь, ну, как правило, это касается тех, кто вот обычно у нас обычная процедура, это исповедь перед крещением. Да, то есть крестные родители должны поисповедоваться перед тем, как совершить таинство крещения над ребенком своим, да, вот, и некоторые подходят к этому делу на самом деле серьезно, вот, и приходят, искренне каяться в своих грехах, некоторые к этому делу подходят формально, и, опять же, здесь уже в зависимости от того, какой человек пришел, с каким настроением, вот, с какими грехами, ну, это может занимать, там, я не знаю, вот, наверное, от 2-3 минут и до 5-10 минут, даже 15. И не факт, бывает и больше. Тут времени мы не обременены. Главное же задача священников, во-первых, помочь человеку. Священник старается использовать исповедь как некий мост к Богу, да, помочь человеку подойти к этому
мосту, пройти по этому мосту и обрести Бога в итоге, в конце моста. Вот. А сколько времени на это понадобится, тут уже от обстоятельств? Часто бывает так, что просто если ты видишь, что человек действительно нуждается в какой-то серьезной духовной помощи, просто уже после исповеди этот человек остается, и дабы не задерживать других людей, да, отдельно потом беседуешь с ним. Вот. Беседа, может быть, и час длится. Да, почему я спросила? Потому что бывает так, что подходишь на исповедь и знаешь, что за тобой еще вереница ожидающих людей. И с одной стороны, у тебя потребность поговорить, и как раз ты, скажу современным языком, поймал ту волну, да, когда ты установил связь, и тебе хочется пообщаться, и все это высказать, и поделиться. Но ты знаешь, что там сзади ожидающие люди. Есть ли какая-то вот альтернатива исповеди, когда ты не только хочешь поделиться свое, высказать, но и совет от священника услышать, какую-то рекомендацию, побеседовать? Ну, в первую очередь, я бы рекомендовал бы людям узнать о воскресной школе для взрослых. У нас в Знаменском храме идет воскресная школа для взрослых. И во время этой беседы, во-первых, пройдя беседу, человек уже что-то получил, для себя понимает, да, да? Получил уже ответы на нужные ему вопросы, да, вот. А с другой стороны, можно и задать во время этой воскресной школы дополнительные вопросы, порой даже не в тему это может быть, но очень важно. А если, ну, как бы беседа идет для того, чтобы не отвлекать священника от посторонних, как бы вопросы не связанные с темой, можно и после беседы побеседовать. Да, вот чтобы один на один. Конечно, это тоже, это можно и это нужно делать, вот. И есть практика в храме, вот в кафедральном соборе, там дежурят священники каждый целый день, как бы, и в этот, во время этого дежурства каждый может прийти из желающих и спросить совета, да, помощи попросить, да. У нас практика в Знаменском, есть определенный отведенный номер телефона требованного священнослужителя, и можно будет договориться с священником, например, встретиться в любое удобное для... Можно, во-первых, в любое время позвонить, да, переговорить, да. Если короткие вопросы, можно получить ответ короткий тоже, ну, соответственно, если он, ну, короткий, если длинный, то длинный, а если продолжительно должна быть это, можно договориться, определенно встретиться и обсудить. Также, если у нас, мы, так сказать, стараемся идти в ногу с технологиями современными, и есть группа Viber Знаменского храма, и там в чате тоже задают вопрос те, которые стесняются, например, на всеуслышание писать, то лично пишут на этот номер требованного священника и получают ответ. Ну, то есть, как бы желающий человек что-то узнать, он узнает. И средства все есть к этому сейчас. Тем более. Сайт у нас есть на интернете. Задай вопрос священнику. Да, есть задай вопрос священнику. Все есть. Да. Главное, есть, было бы желание, да, что-то получить для себя, узнать, ну и чтобы это знание помогло, потому что мало знать. Мы же знаем Евангелие, например, а живем ли по Евангелию, это другой вопрос. Если возвращаться к исповеди накануне причастия, лучше это делать у одного и того же священника, потому что, когда видишь, приходишь вот в большой храм, стоят несколько священников, да, для исповеди, и некоторые люди целенаправленно кому-то идут. Вообще, конечно же, рекомендуется каждому христианину иметь своего духовника. Да, духовник – это человек, который знает жизнь христианина, да, знает обстоятельства всей его жизни, да, вот, который, соответственно, выслушав его исповедь, да, может принять какое-то решение, да, допускать этого человека после его грехов к причастию, или, может быть, отложить это причастие на какой-то определенный срок. Вот, конечно же, лучше всего исповедоваться у одного священника, у своего духовника. Вот. Но, опять же, если такой возможности нету, да, или человек еще не выбрал себе духовника, можно, конечно же, исповедоваться, ну, у любого священника, да, ну, тогда более-менее подробно как-то ему объяснять, вот, свою жизнь. Да, и самое главное, отец Вячеслав в прошлой программе говорил о том, что люди должны приходить не к священнику, в первую очередь, а к Богу. Священник является посредником, поэтому мы должны и к священнику, соответственно, отвечать, не обожествляя его, а просто подобрав его как удобного помощника к руководству духовному, к Христу, и который человек идет, да? Вот,
обращаться к нему за помощью, но при этом другие священники, те же самые священники, что есть практика, знаете, что многие, ну, много придают значение одному священнику, например, другому, даже благословение, например, не возьмут. Это уже неправильно, ну, неправильный поступок, потому что священник является посредником перед Богом, да, и он ведет Богу, но не является, как бы, тем, кому приходит, да, не, люди приходят не к Богу, а не к священнику. Вот это очень важно освоить себе. По большей части у нас речь шла об исповеди, а вот о самом таинстве причастия поговорим в следующей части нашей программы. Продолжим через минуту. Югра православная. В студии радио Югория священники Ханты-Мансийской епархии Леонид Бортков и Константин Мимячкин. Ранее мы говорили об исповеди, которая предшествует таинству причастия. Продолжаем разговор. Вот вы уже упомянули, в каких случаях священник после исповеди не благословляет на причастие? Отец Константин? Ну, да, есть такие факты. Ну, в основном это связано, как уже отец Леонид упоминал, это блудное сожительство, когда люди живут в незарегистрированном браке. В общем-то, вот этот грех является, может являться причиной для недопущения людей к причастию, да, либо какие-то другие тяжкие грехи, грех убийства, например, да, либо другие. Ну, конечно же. Когда есть наличие таких тяжких грехов? Да, да, то есть это, ну, уже духовник по ходу исповеди сам определяет, да, вот. Ну и если человек не искренне раскаивается, например, в своих грехах, да, это тоже может быть причиной для того, чтобы, ну, не допустить человека в данный момент к исповеди, потому что зачастую, вот видишь, формально человек приходит, там, бывает такое, да, особенно это, ну, конечно, это не касается постоянных прихожан, это касается людей, которые приезжие, там, к крещению готовятся. К крещению готовятся, да, либо во всем начинают каяться, вот, во всем батюшка грешен, во всем. Ну. Либо вообще такое встречается, и не раз такое было, что человек говорит, что, ну, в общем-то, я грехов за собой не вижу никаких вообще. А причаститься хочу. Да, хотелось бы причаститься. Ну, ну, конечно, мы уже упоминали, людей, которые находятся в прелести, это, опять же, определяет духовник, потому что человек, который, вот, есть люди, которые регулярно причащаются, но вот за ними надо следить, потому что, ну, человек как будто бы возносится на небо, а на самом деле, ну, грехи его не всегда соответствуют этому возношению, и это просто прелестное состояние, и для того, чтобы его как-то отрезвить порой, необходимо ему сказать: подготовьтесь, еще не готовы, например. Но тоже, опять же, мудро надо сказать, потому что, к сожалению, мы все обидчивы. Обидчивы тому, что если что-то плохое в нас адрес звучит, да, то, конечно, мы в штыки все воспринимаем. В следующий раз можем и не пойти. Ну, да, ну и... И поэтому, конечно же, как и Брянчанинов, Игнатий Брянчанинов, как он мудро сказал, ты вот так сделай. Не спрашивай, почему, ну так сделай. Ну, поселись на первом этаже. Вот как раз продолжение ваших слов. Встретила слова Серафима Саровского: «На земле ты причастился, а на небе нет». Хотела как раз задать вопрос, в каких случаях это бывает. Как раз вот таких, да? Да. Отец Леонид? Да. Хотел еще не раскаянный добавить, что запрещается причащаться в состоянии женской нечистоты. Вот. Исключение может быть сделано только в случае смертной опасности, вот, либо когда кровотечение продолжается длительное время в связи с какими-то хроническими или острыми заболеваниями. Ну и, конечно же, когда человек готовится к причастию, да, мы читаем там правила к причастию, прямо со всеми примириться, да, то есть, чтобы не было, человек не был ни в гневном состоянии, да, не озлобленный был. Вот. Примирившись со всеми окружающими. Да. Если не примирился, лучше не приступать, потому что Христос есть мирило, как раз мира, да, и Господь и говорит о том, что потому узнаете, узнаю вас, что вы мои ученики, если будет любовь между вами, да, если ее не будет, то, конечно же, мы далеки от учения Христа, от самого понятия христианства, и мы не христиане тогда, когда мы не прощаем грехи, потому что, ну,
читаем все мы Господню молитву, о которой Господь говорит «Отче наш», да? И там такие слова: «И остави нам грехи наши, как же мы оставляем должником нашим». То есть мы просим у Господа, по сути, если мы не прощаем, чтобы и Господь нас... Мы не прощаем, и Ты, Господи, нас не прощай. Очень мудро построены слова, выстроены. Надо над собой поработать, прежде чем просить что-то. Во время нашего разговора я все время задавалась вопросом, как же быть жителем отдаленных поселков, стойбищ оленьих далеких, которых в нашем округе немало. В поселках, где бывают храмы есть, а до сих пор нет священника или нет до сих пор храма, но потребность люди чувствуют. Как живут они без исповеди, без причастия, и будет ли им за это как... Это тоже грех получается? Они же в этом не виноваты. Во-первых, если говорить о нашей епархии, да, то у нас, в общем-то, в каждом районе все священники закреплены за какими-то поселками, деревнями, вот, и окормляют их, то есть периодически туда приезжают, совершают там литургию, да, по мере возможности, если там где-то есть. Если нет, дары с собой привозят, вот, совершают таинство крещения. Вот, ну и, в общем-то, я знаю, что и по стойбищам тоже у нас священники летают. Вот, то есть необходимость, она это восполняется. Единственное, что хотел процитировать документ, вот думал об этом сказать чуть позже, но, наверное, все-таки я скажу сейчас. Есть такой документ, который одобрен архиерейским собором был в 2015 году. Вот, называется он «Об участии верных в Евхаристии». Значит, этот документ есть на сайте patriarchia.ru. Вот, и хотел здесь процитировать по поводу предуготовительного поста, вот то, что касается, ну, вот, именно людей, которые находятся в каких-то таких стесненных обстоятельствах жизненных. Вот, продолжительности меры поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни, в частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, а для женщин при беременности и кормлении – пост может быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается христиан, на временной или постоянной основе пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего общее питание, то есть войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, места заключения. Когда у человека нет выбора. Да, когда у человека нет возможности самому приготовить себе пищу постную, да, вот тут, ну, тут уж, как говорится, кушает, что придется, да. Ну, по возможности, конечно, надо стараться все-таки соблюдать. Ограничивать, да, хоть ограничивать в чем-то себя. Пост ведь является для нас средством, опять же, если мы владеем собой, да, ограничить себя от определенной пищи, то тем же самым в малом себя мы ограничиваем в еде, то тем самым принципом мы можем оградить себя от всякого рода греха. То есть это средство, которое необходимо, и сам Господь, не нуждающийся в посте, по сути, поститься для того, чтобы показать пример. Ведь мы и ребенку что-то, чтобы привить хорошее, для того, чтобы это сказать, надо показать личный пример. Любви, например, к животным. Да, показать, как это надо делать, гладить там, да, животного надо, не бить. Вот. Для того, чтобы человек не курил, ребенок наш, надо показать пример самому не курить и говорить, что это вредно, это для здоровья плохо. То есть, помимо слов, и личным примером подкрепить это все. А если относительно таинства исповеди и причастия брать детей? Деткам, насколько я знаю, 7 лет, да, можно исповедоваться? Да, 7 лет можно исповедоваться, поститься, надо начинать с 3 лет, приготовлять ребенка, приучать его именно к предуготовительному посту, да, перед причастием. Вот. И уже с 7 лет, то есть ребенка надо приучать именно к молитвенному правилу, чтобы он начинал учитывать молитвы перед причастием. Да. Ну, все это опять же объем этого, чистоту, как часто исповедоваться, да, вот это все уже решается духовником вместе с родителями, в зависимости от духовного роста, интеллектуального возраста ребенка, потому что дети все они разные тоже, вот кому-то можно почаще, кому-то нет необходимости чаще исповедоваться, можно. Ну и тем более, что если брать младенцев, то при причастию их обычно же младенцев
кормят все равно до трехлетнего возраста, как бы приносят, даже покормив, а уже с трехлетнего возраста сразится натощак. Вот. А что касается вообще поста, да, то для детей надо по мере, там ограничивает, например, от сладостей изначально, перед причастием, потом ограничивает от мясных продуктов со временем, по мере возрастания и по мере осознания ребенка. И объяснять при этом, и показывать пример. Потому что все это должно быть подкреплено, как я уже сказал, примером. И, конечно же, вывести на ту грань важную, да, взаимоотношения человека с Богом, да, мы взрослые все. То есть, как готовиться мы должны к причастию, как все взрослые, но они должны по мере возрастания. И молитвенное правило тоже. Не сразу, так сказать, все, а по мере... Сначала хотя бы столько-то молитв прочитал. Но это все индивидуально, и лучше, опять же, с духовником советоваться, да и родители сами тоже много знают, на что способны их дети. Некоторых родителей пугает то, что при причастии надо будет ребенку немножко испить вина красного. Многие заблуждаются, которые считают, что это просто вино. Да, потому что в христианском понимании причастие не является не просто вино и хлеб. А во время Евхаристии происходит присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христова. То есть, по сути говоря, природа не меняется хлеба и вина, но в сакральном, духовном смысле, таинственном, это уже не просто хлеб и вино. Это тело и кровь Христова, которое имеет особую силу и никому еще не вредило, и я уверен в том, что не навредит. Даже люди, которые с сахарным диабетом, с высоким сахаром, которое вообще противопоказано, да, как бы вот что-то из касательно вина, да, либо с определенными болезнями, принимая тело и кровь Христову, конечно же, не чувствует никакого вреда своему телу. Наоборот, еще и душе своей помогает. И поэтому здесь не должно быть никакого сомнения, потому что сомнение это является уже показателем нашего неверия. Как проходит само таинство причастия, опять же, для тех, кто первый раз собрался? Необходимо, во-первых, присутствовать на богослужение, начиная с кануна вечера, да, то есть у нас литургия совершается рано утром, да, человек, который желает причаститься, должен обязательно присутствовать накануне вечером тоже на богослужении. Да, почему? Потому что данная служба есть единая служба, да, вот, уже, наверное, говорили в своих радиопередачах на эту тему, по-моему, вот, о том, что это неразрывное богослужение, которое позже, да, с годами было разделено на две части для удобства христиан, да. То есть необходимо прийти вечером, поисповедоваться вечером, вычитать все канончики. После 12 ночи ничего не кушаем, не пьем. С утра проснулись, помолились, пришли на службу во время литургии, да, и на запечатанном стихе, по окончании запечатанного стиха, когда отрезаются царские врата, выходит диакон со священником с чашей, начинается таинство причастия, просто в порядке очереди человек встает, складывает на груди руки крестообразное, правое поверх левое, но, подходя к чаше, называет свое православное имя. А, и целуют не в чаше. Зачем? После причастился, да. Обязательно чаши, да. Запить. Да. Обязательно запивают, там кусочек просворки могут заесть. Все, и благочестиво отходит, встает тихо, мирно, спокойно, продолжает молиться вот, до конца службы. И старается эту благодать вот, сохранить как можно дольше. Вот эту благодать причащения, да, вкушение тела и крови Христовой. С благоговением пронести по возможности через весь день. Прийти домой, ни с кем не ругаться, ни с кем не разговаривать, потому что сесть, почитать Евангелие, вот, либо почитать какую-то духовную книжечку, как-то в тишине, в мире, в спокойствии провести вот этот день. Ну и состояние особое после причастия, когда причастившись, даже многие замечают, что такое состояние умиротворения, желание, да, поспать в это желание, да. Хочется, да, в это время, да, ну, и много искушений к тому же. Как только что-то мы хорошее и полезное делаем, так появится что-то, которое будет провоцировать нас. Враг сразу же пытается нас вернуть, да, состояние то, которое было до этого, если это осквернить, да, правильно, то есть сбить нас, поэтому готовы должны быть к этому. Самое лучшее это на самом деле
прийти и поспать немножко. Время нашей программы на исходе. Сегодня в ней речь шла о таинствах исповеди и причастия. Нашими путеводителями в этой теме были председатель отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Знамения Иерей Леонид Бортков и председатель архитектурно-строительного отдела Ханты-Мансийской епархии, клирик Знаменского храма Иерей Константин Мемячкин. Отец Леонид, отец Константин, благодарим вас. Ну, конечно, и всем радиослушателям. Я желаю, конечно же, почаще подходить к таинству исповеди и причастия, не для того, чтобы ради этого подходить, а для того, чтобы менять свою жизнь в лучшую сторону, для того, чтобы действительно причастие послужило нас в обретении Бога внутри себя и пронесении Его по всей своей жизни. Программу вела Оксана Мороз. До новых встреч! Югра православная.